это является байпасом. В данном случае байпас открыт. Но у многих собственников байпас в таком положении. То есть он закрыт. Тем самым батарея не при наличии данных кранов, а в том числе и, возможно, установки терморегуляторов, они могут не работать. Директор управляющей компании «Новинки» Ренат Шахинуров рассказывает о проблеме, которая мешает дать отопление во многих домах. При замене радиаторов на многих батареях на боковой трубе байпасе устанавливается кран. Коммунальщики говорят, если при пуске тепла кран закрыт, то без отопления остаются соседи по стояку. Тем самым для бесперебойного запуска тепла отсекающий кран должен быть открыт. Во-первых, отсекающие краны на систему отопления запрещено ставить, но собственники, ставя данные краны, надеются, что через их батареи будет жарче батареи работать. Управляющая компания обяжет демонтировать кран, но уже после окончания отопительного сезона. Также коммунальщики просят жителей верхних этажей стравливать воздух с помощью кранов Маевского, либо вызывать слесарей управляющей компании, чтобы они помогли это сделать. Также напоминаем, если в вашей квартире кран Маевского устарел, управляющая компания может заменить его бесплатно на более современный. Главное – подать заявку.